Я для начала, ну, приехал как на работу, как мне обещали. То есть работа оккупантом? Ну, почему оккупантом? По тем законам, я же не знал, и ваши законы, и все остальное. По тем законам, куда я приехал, это территория Российской Федерации. Так говорили. И везде, и по радио, и по телевизору, и по всем СМИ. Почему я должен себя считать оккупантом? На основании чего это территория России? Потому что прошел референдум. Референдум. Вы в это верите? Ну, а кому верить, если не телевизору? Я же сюда не ездил, не узнавал, прошел он или нет. Что говорят, тому верим.